период с 8 по 14 февраля на дорогах Одинцовского городского округа проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз». Его главная цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий и пресечение нарушения правил перевозки опасных грузов. Внимание уделяется не только соответствию технического состояния и конструкции транспортного средства, но и соблюдению режима труда и отдыха водителей. Напомним, к опасным грузам относятся вещества и предметы, которые несут потенциальную угрозу жизни и здоровью человека, а также состоянию окружающей среды.